26-27 sentyabr kunlari O'zbekistonda ilk bor avtomoto festival bo'lib o'tmoqda. Ushbu festival prezidentning Bo'stonliq tumanida turizmni rivojlantirish to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida tashkil etilgan. Ayni paytda Amirsoy tog' chang'i kurortiga yetib keldik, chunki festival uchun aynan shu joy tanlangan. Насколько я понял, у вас частная компания, и вы реставрируете ретро-машины. Так и есть. Мы занимаемся реставрацией ретро-автомобилей. Наша компания называется «Ретро Гараж УЗ». Здесь представлены наши работы, 5 машин. Как вам фестиваль? Первый в Узбекистане мото-автофестиваль. Знаете, очень радуюсь, что такое мероприятие, и дошло и до нас тоже. Вот. И говорят, что бывает там первый блин комом. Мы явно видим, что он не комом. Вот. Фестиваль удался, я считаю, для первого фестиваля прошло все довольно удачно, проходит. Вот. Завтра, я думаю, что будет более ударный день. И... Можете рассказать о своих моделях автомобилей? Какие модели участвуют сейчас у вас? Здесь представлены две «Волги» 21-е, одна третья серия, одна первая серия, он там черная. Какого года? «Жуковка». «Жуковка» 58-го года, третья серия 64-го года. Ого! Представлена «Чайка» 13-я, 74-го года. Представлен ЗИС-110Б кабриолет 49-го года. И представлена Победа кабриолет 1952-го года. Это все наши работы. Это дорого, да, реставрация ретро-машин? Дорогого удовольствия, наверное? Удовольствие, да, не из дешевых, но есть любители, есть ценители. И сегодня на фестивале мы поняли, что их на самом деле немало. Очень много людей интересовались, подходили. В основном, конечно, старшее поколение, ну, скажем так, 40+. Вот. Но, тем не менее, интерес есть. У молодежи есть интерес определенный. То есть многие даже не видели таких автомобилей. Подходили, интересовались, какая модель, какого года и так далее. Определенный интерес есть. Спасибо большое. Пожалуйста.